И у него очень неприятный джеб. Канава начинает действовать с дальней дистанции в классической манере. Вот она, эта комбинация. Вот мне кажется, точно. Нашел-таки Оскар вот эту самую брешь именно в тот момент, когда Камау атакует. Камау просто так не сдастся, конечно. Правый просто по площади бьет. Пропускает правый прямой Камау. Вывести правое плечо вперед и ударить слева. Вот эта комбинация, которая принесла уже немало побед Оскару де ла Хойе. Очень тяжелый, очень жесткий был удар. Главное, очень резко ударил де ла Хойе, как всегда. Вот и весь бой. Видите, совсем другое лицо. Действительно симпатичный парень. Посмотрим еще раз. The winner by knockout victory and still the undefeated WBC welterweight champion of the world, the Golden Boy, Oscar De La Hoya.